В Белгороде снегопад. Да, он однозначно может повлиять на ситуацию на дорогах или заставить вас надеть куртку потеплее. Но повлияет ли он на ход капитального ремонта 29-й школы Белгорода? Давайте разбираться. Работы здесь начались в июне. Строители выполнили демонтаж, оштукатурили стены и на 95% завершили стяжку полов. Установили оконные блоки и полностью восстановили кровлю. Это значит, что снег точно не помешает. На темпы это вообще никак не повлияет, потому что у нас контур закрыты. Сейчас планируется в течение недели запуск тепла, отопления. И как бы продолжаются внутренние отделочные работы. Останавливаться абсолютно не планируется. Моряки бы сказали, не время бросать якорь. 29-я школа носит имя подводника Дмитрия Мурачева. И учатся здесь будущие покорители водной стихии. В дизайн-проекте учли пожелания кадетов. Стилистика в дизайн-проекте использовалась такой стиль, как брутализм. Да? Очень четкие формы, натуральная обработка материалов, поэтому школа получилась очень интересная. В нашей школе музей военно-морского флота, мы его сохраняем, но также он будет перезагружен. То есть музей будет не в каком-то закрытом помещении, а музей шагнет в коридор, распахнет пространство для всех желающих познакомиться с историей военно-морского флота. Центром композиции станет большой корабль, который строители бережно сохраняют. Тяжело было во время работ не затронуть всякие маленькие детали? Ну, конечно, тяжело, да. Сейчас бы как и трудность тут появляется, еще стяжку полов сделать, его надо переставить с места на место, как бы. Но задача решаемая, мы как бы его оставляем на месте, никуда он не денется. Вернем его с целостью и сохранностью на место, где он и стоял. Еще одной изюминкой станут витражи в учебных кабинетах. Они расширят пространство и добавят в классы больше света. Вот тот самый проем. Помните стандартные школьные двери? Здесь вместо них будет металлическая конструкция со стеклянной вставкой. За счет этого кабинет станет единым целым с коридором. Сейчас школа готова на 45%. Ведутся инженерные работы по электромонтажу, отоплению, вентиляции и слаботочным системам. Уже в сентябре 2025 года маленькие юнги нырнут в увлекательный мир знаний. Несомненно, новая обновленная школа, она повлияет на отношения детей. Я надеюсь, что она мотивирует их на еще более глубокое детальное изучение не только школьных предметов, но и становление их как гражданина нашего города, нашей страны, патриота, мы ж кадеты. Анастасия Ильина, Сергей Щекалов, Белгород Медиа.